Всем привет, ребят. Ну что, вот записываю вам обзорчик, я вам скинул скрин этого героя. Я там за пару кликов после того, как я вам показывал, я вытаскивал талантики, вытащил новый талант, прокачал на максималку, немножко потестил. И что я могу вам сказать? Там читал комменты, многие пишут: это хрень, Фрей не надо, оно не подойдет, с выживанием не то, потестируй Ронина. У каждого героя есть, скажем так, свои локации и свои применения. Где этот талант будет хороший, где я уже его вижу? Это однозначно Фрея, это однозначно Огнекрыл. Почему? Я постараюсь вам сейчас показать. Этот талант есть там особо мега топовым, просто герой неубиваемый встает, нет. Возможно, руны немножко изменят это, возможно, с рунами можно будет что-то более интересное придумать и будет какая-то универсальность для разных героев. Но талантом этот талантик не всем героям зайдет. Почему? Он увеличивает атаку, и от отражалки будете дохнуть. Смотритель все равно будет убивать. По сути, талант дает возможность инвиза, но если у героя меньше 30% хп. И есть такой нюанс: если вас заблочит, например, смотритель на обычном герое, ничего себе, это у нас два исцеления было подряд, если вас заблочит смотритель, вас просто сольют, то есть это надо тоже учитывать. Талант блокируется, я тоже думал, сейчас я вам это все покажу, то есть есть нюансы, от которых не уйти. Просто изи, ребят, пишите в комментах, на какого героя вы хотите увидеть следующий обзор на девятке, на максималке. Писали Ронина, пишите в комментах, ну и конечно же ставьте лайки. Топ-контент, как обычно, Ронин, Огник, вот это такие варианты, которые я вижу. Просто по Ронину какой вопрос? Ронину, наверное, лучше будет даже талантом ожог, все-таки для него есть топовым. Возможно, поставим эмблемку ожога. В общем, пишите в комментах, что хотите увидеть, какое большинство ответов будет, такое протестируем. Итак, поехали. Вот такая вот у меня здесь Фрея, она с пиромагом. Давайте что-то попробуем сейчас еще здесь нахимичить. Интересное. Ну, плюс 25 атаки. Ну, я хочу только топовые ставить. Можно было бы, в принципе, потестировать на максималку на атаку. Ну, пиромах у нас стоит для архидемона, для тестов. У меня на разных серверах разные талантики стоят, чары. Я, как обычно, вам тестирую, все показываю, потому что все меняется. На сегодня этот талант действительно имбовый. На примере нового героя я вам показал, но есть но. Это урон, и, как обычно, урон сливается в любую отражалку. Поэтому для героев, у которых нет ограничения, это немножко жопка. То есть, чтобы вы понимали, этот талант зайдет охрененно Фрей и Огнику однозначно. Для других героев, скажем так, он будет не особо топовым, потому что там нету ограничений. Ну, конечно, опять же, можно на уклон героя собрать. То есть, вариаций очень много, можно со звездами поиграться. Тут, конечно, выбор очень большой, но мы делаем, скажем так, такое, чтобы оно было более-менее универсальное для обычных игроков. То есть у многих нету столько ресурсов, сколько у меня, поэтому я вам показываю, что можно с этого выжать по максимуму. Вот. Сейчас мы попробуем на урон собрать. Вот недомогание, кстати, тоже обалденно Фрей заходит, если будет пятерка, поставим, но пока, к сожалению, пятерки нет. Такс. Такс, Рекс Фекс Пекс. Да давайте уже что-то интересное. Сам по себе талант хорош. Тут, кстати, можно хранитель леса поставить. Фрею не так будут убивать, потому что еще будет дополнительный отхил. Вы сейчас поймете, почему хранитель леса для таких героев будет хорош. Если у меня получится сделать то же самое, что я сделал в рейдах, то этот талант плюс выживание реально будет самый топовый для прохождения битвы гильдии. Конечно, все зависит от того, какой противник, какая у него прокачка прорыва, какая у вас там прокачка героя. Но сделать можно, вот то же самое, набрать уклонение, чтобы Фрейню так сливали. Увидите сейчас, что у нас будет. Мне, честно говоря, понравилось.
с этими пиромагами, когда они не надо, они лезут. Когда надо выбить пиромага, нифига не падает. Ну давайте уже какой-то, блин, давайте уже ту же самую четверку на урон. Давайте вот так вот сейчас кинем и следующую ролим пятерку. Посмотрим, что там выпадет. Я уже сам хочу вам показать эту имбушку на максималке. Увеличение атаки, увеличение скорости атаки. То есть для такого героя, как Фрея, это однозначно бонус. В PvP-локациях там просто рунами, это я вам покажу сейчас на примере битвы Гелии такую сборку, и мы сейчас пойдем на другие локации еще и протестим. Там мы поставим просто другую эмблемку, потому что смысла нет от этой эмблемы. Поставим там, например, пакт на урон. То есть вы видите, что будет на максимальном уроне. Все-таки здесь 200%. Плюс пакт, это нереально круто будет. Это максимальный будет урон, плюс герой уходит инвиз. Единственное, что нам нужен будет отхил. Ну давайте уже. Сколько можно ждать? Вот видите, какое западло обычно бывает. Четверка. Ладно. Пофиг, идем так тестировать. В общем, такая вот сборка. Нету прокачанного прорыва, ребят. 9-9 талант дает при 30% меньше, чем 30. 200% атаки, 90% скорости увеличения атаки. Такая сборка плюс выживание. Сейчас вам покажу, что она будет давать. Можно поставить утекание, тоже как вариант. Но надо там специфические эти. Давайте так. Бобра. Вот давайте Фрейку тут кинем так, чтобы вы видели. Смотрите внимательно за героем. Ну вот миссают. Вот. Герой ушел в инвиз. То есть, как видите, не попадают. Отхилился, появился. Опять атакуют. Дофига атакуют, атакуют, атакуют. Слили. Опять герой ушел в инвиз. Опять отхил от выживания. То есть, вы понимаете саму суть. Единственное, кулдаун. Вот опять ушел в инвиз. И опять отхил на максималку. Ну как вам вот такое вот? Да, я тут вблизи сейчас кидаю. Вот опять ушел в инвиз. И знаете, в чем самая суть? Переагриваются на голубей герои. То есть вражеские герои, когда она уходит в инвиз, перекидывается на голубей, пока они его убьют, она себя еще отхиливает. То есть вот в этом плане это нереально круто. То есть как бы вы ни хотели, я выкинул сразу же на героев. То есть на героев, там была куча героев, сейчас мы посмотрим каких. Но вот вам результат. Для Фрей это реально очень круто. Вот так вот. Просто жесть, ребят. Это вам ответ по поводу битвы гильдий. Что у нас будет на битве гильдий? Прокачка такой Фреи, это нереально круто. Особенно если у нас сейчас мы каким-то образом заагрим там вражеские герои. Вот смотрите, давайте внимательно смотрим. Еще надо смотреть на смотрителя. Будет блокировать, не будет. Вот, они вроде бьют мою Фрею, да? То есть она пока видна. Потом она попадает в инвиз. Опять же, они агрятся вот на этого. То есть тут с героями можно очень прикольные вещи делать. Так, мы ее тут уже не... Для битвы гильдий такая сборка будет однозначно одной из топовых. Давайте попробуем на примере Огника. Так, там опять смотрителя нет, чтобы меня заблочил. Вот Огник бьет. Она ушла в инвиз. Но она вот с инвиза еще отражалка работает. То есть это тоже надо учитывать. Не думайте, если вы поставите для PvP-шного героя вот такую вот сборку, что он будет реально там везде тащить. Будет отражалка, он будет сливаться. Здесь просто у Фрей ограничения. Плюс выживание дает еще свое ограничение. То есть каждые там 3 секунды герой... Вот видите, убили все-таки. Герой уходит... Ну, не получает урон, точнее. Не уходит в инвиз, а не получает урон. То есть еще плюс, но как видите, убили. Но опять же, можно нормально на ком-то зависнуть хорошенько. Так, тут нету героев. И это реально будет очень круто. Давайте попробуем тут.
Так, опять смотрителя нет. Вот вроде ее дамажит, блочит, она ушла в инвиз. Переагрились на голубей. Она появилась с выживания, получился отхил. Опять то же самое. Опять сейчас она ресница. Я думаю, вам там видно хпшку. Ее, да, видно все. То есть вот как-то так, ребят. Если мы там с утеканием раньше, то сейчас, ну реально, по сути, посмотрите, она повыносила. Если взять обычную фрей, ее сольют. Это не максимальная, не топовая сборка, нету прорыва. Она просто 12-12. Плюс выживание у меня стоит. Ой, да, ну выживание стоит. Плюс она на уклон не собрана, плюс стоит хранитель леса. То есть для битвы гили... О, кстати, вот отлично. Сейчас посмотрим. На примере нового героя. Очень интересно, кстати. 20-й прорыв. Так, у героя стоит... Кстати, будет сейчас интересно посмотреть, сможет ли он ее заблочить. У нее инвиз все-таки как-никак. Молчанка. Она не уходит в инвиз. Посмотрите. Вот. Вот вам ответ. Новый герой будет блокировать чисто талантиком. Вот как-то так. Кстати, 20-й интересно, надо было дальше проверить. В принципе, ответ вам уже дан. То есть смотритель. Сейчас попробуем зеленого смотрителя найти. Кстати, я хочу своего вот так вот качнуть. Потестировать. Вот вам, в общем, ответ на вопрос. Героя можно заблокировать. То есть зеленый смотритель, по идее, тоже будет блочить. Поехали в рейд. Вот зеленый смотритель заблокировал. Вот сейчас будет, кстати, интересно посмотреть. Вот на примере Фрейя смотрите внимательно. Дослили ее вражеская Фрейя и башни переагрились на моих. Она отхилилась. Сейчас посмотрим, сольет ли Фрейя Фрейю. Опять ушла Минвиз. Но это можно бесконечно делать. То есть, если это у меня еще смотритель не активирован. Если у меня будет активирован смотритель, половину героя он унесет. Без вопросов. Но вот тут вот видите, есть недомогание, но оно даже не спасает. На такой сборке. 51%, ребят. Но все-таки слили. Молчанка прошла, и она не смогла заблокироваться. Вот так вот. То есть молчанка все-таки смотритель, как и раньше. Топчик будет блокировать. Давайте сейчас пойдем на PvP локации. Посмотрим там немножко другую сборку. Это была сборка у нас для битвы гильдии. Для БГ. Ну, возможно. А давайте, кстати, еще сделаем немножко... Затяну, конечно, видос, но постараюсь вам по максимуму информативности дать. С вас, конечно, опять же лайк. Поехали на подземку. Думаю, всем будет интересно посмотреть, что же будет на восьмой кошмарке. Так, это немножко. Итак, новый герой. Его однозначно сливают. Смотрим на нее. Но вот миссы пошли, ее там бьют. Опять же, смотритель, видите, смотритель заблокировал, и все, и вы ничего не сделаете. То есть блочка в любом случае будет действовать. Как бы вы ни старались, ну, не особо топовым это будет рунами, будет очень круто смотреться, я думаю. А вот талантом не для всех героев подойдет. А давайте теперь попробуем немножко другую подземку. Семерку. Попроще немножко подземку. Ну, я нового, думаю, сейчас сольют быстро. А вот с Фрейей будет интересно посмотреть. Если она опять же дойдет. Вот, от, нифига себе, там урона пришло сразу. Что-то я не понял. Жизни в таких героев немного. То же самое, что вы пакт поставите. То есть будут сливать точно так же, как с любым атакующим талантом.
Ну давайте уже, вот отлично, герои пошли. Сейчас посмотрим, или в стане будет работать или нет. Так как башня у нас здесь. Если опять же, конечно. Ну давайте, добивайте уже. Уже минуту держится. Надо, чтобы больше героев било. Вот, отлично. Так, выживание опять сработало. Ну что ты сделаешь-то? А? Сейчас немножко ближе кину. Давайте кинем вот здесь. Вот молчание пошло. Что-то они так миссуют, я вам скажу. Вот, она ушла в инвиз. Так, выживание сработает, сработало. Не могу определить, нифига себе. Но их просто пошатало там. Так, стан, 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 стан. Ну, ушла вроде, в стане ушла. Или мне показалось? Сейчас еще разок увидим. Короче, в принципе, талант сам по себе реально очень крутой. Так, выживание сработало. Встань, выживание. Давайте уберем выживание. Сейчас будет лучше видно. Смотрите, у нас стан. Она в стане уходит в инвиз, ребят. То есть, по сути, ну вот убили кулдаун. Все-таки в стане вроде уходит. Напишите в комментах, но будет видно на повторе. Я уже тоже сам посмотрю. Но нереально получается, очень круто. Сейчас подальше выкину. Сейчас ее постепенно у нас будут сливать. Хранитель леса. А вот, кстати, в стане не сработало. Вот стан, смотрите. Посмотрим еще разок. А вроде и срабатывает. В общем, вот как-то так. То есть, по сути, стан не будет спасать, получается. Да, стан не пашет. Нереально тогда круто получается. Реально очень крутой талант. Единственное, кулдаун 9 секунд. То есть вот это надо учитывать. Ну а так вполне неплохо. Такс. С этим разобрались. Поехали. Хоть что-то на атаку сейчас вырвем. Я думаю, на огнике, либо на ронине тоже будет очень интересно на это посмотреть. Ну, опять же, надо учитывать то, на какую локацию вы будете брать данного героя. Для каждого героя, для каждого таланта есть своя локация, поэтому что-то универсальное
Плюс-минус, возможно, будет, но опять же. Так, ну поставим пока это. Это очень обалденная сейчас будет сборка у нас. Такс, сюда ставим пакт. У нас цель добиться урона сейчас. Ну, опять же, не топового, но думаю, этого будет хватать. И ставим сюда панчбокса еще. Вот так вот. Идем на аренку. Интересно. Они, по идее, должны сейчас на голубях зависнуть, если будут по одной это идти. Она, если войдет в инвиз, она должна... Ну, она не, она цель не сменит, она не пробежит. Но по урону тут, по урону должно быть нечто, когда ее подобьют немного. Сейчас бы найти пачку напрямую, чтобы напасть. Конечно, слабенькие какие-то все. Так, ну, а, чуть-чуть там не хватило, видите? Опять же, надо, чтобы ее добили изначально, чем побольше. Отлично. Ну, я думаю, она лазулю раздаст. Как думаете, кто кого? Она сейчас пару тычек включится и... Так, отлично. Вот, кстати, сейчас будет интересно посмотреть. Смотрите, она... А, там лазуля убил. Она в инвиз, непонятно, уходит, не уходит при такой этой. Ну, то есть это надо будет дальше тестить. Надо... Надо попытки. Ну, в любом случае, для битвы гильдии она реально будет очень крутая. Это я вам уже показал. Так, ну что, чья Фрейя быстрее и круче? Ну, конечно, его. У него героев было изначально больше. Вот она ушла в инвиз. Ну, к сожалению, мы не увидели результата максимального. Давайте побежим еще пару каток на ЗБшку сбегаем. Хотелось бы, конечно, какую-то топовую пачку найти, но тут, я тоже думаю, у нас сейчас не будет такого шанса. Я думаю, здесь она тоже будет тащить. Самое основное, вы увидели, что делает этот талант и для какого героя. И пишите в комментах, кого вы хотите увидеть там Ронина в следующем, либо Огника. Вот для них, я думаю, в первую очередь это будет реально очень крутой талант. Но, как видите, есть очень много нюансов по нему. Тут все, я смотрю, немножко не той квалификации. О, воу-воу-воу, смотрите. Ушатали? Реально ушатали. Без проблем. То есть, видите, и здесь оно не очень. Ну, конечно, смотря что поставить. Было бы выживание, она бы получше стояла. Ну, это мы уже потестируем на английском сервере. Там возможностей больше, и там больше трешечка будет у нас. Все, пишите комменты, ставьте лайки, репостики, все дела, все как всегда. Всем удачи, всем пока.